Привет всем! Сегодня у нас воскресенье, утро. Ночью прошел хороший дождь. И сейчас уже потеплело, и пчелки полетели за медом, за пергой. После дождя очень хорошо выделяется нектар в теплую погоду. Уже зацветает красная смородина. Вот такой вот большой куст. Была холодная зима, поэтому верхние ветки вот эти не очень хорошо перезимовали. Но тоже так как бы распускаются. Вот эта вот дикая ранетка. Уже такая прям очень зеленая. И юрга, или ирга ее правильно называть. Тоже совсем скоро она уже распустится. И высокая облепиха. Такая вот высокая-высокая. А вот так вот цветет облепиха. Конечно, не очень хорошо видно. Вот поближе. Что-то такое похожее на цветение. Вот так вот все зеленеет. Утром птички поют. Такая вот прекрасная безветренная погода. Еще не так много одуванчиков распустилось. Но вот здесь прям такая красивая кучка. Вот такая вот маленькая полянка около плитки. И наша лапа тут хозяйничает, ходит. Зацвела и черная смородина. Вот такой вот один большой куст. И там второй поменьше. Здесь уже так все зазеленело. И вот это вот крупноплодная яблоня лойка. Распускается, ее обработали, вообще обработали и яблони, и вишни фитовермом. Ну, надеемся, что будет хорошо цвести. Здесь вот большой куст дельфиниума. Клубнику вот эту нужно уже, так сказать, рассаживать. Она здесь растет третий год. Ну, как бы нужно ее уже обновлять. Вот так вот уже отрос люпин. Один. Вот здесь второй только-только появляется. И еще третий кустик. Вот здесь он совсем-совсем маленько еще начал только отрастать. Поэтому будет люпин цвести. Он цветет только на второй год после посева. А все кариопсисы благополучно вымерзли в этом году. Хотя говорили, что они зимуют. И на упаковках написано, что зимуют. Но надо будет эту клумбу полностью перекапывать. И убирать засохшее все и подсаживать новые цветы. А пчелки все работают и работают. Этот домик был слабый в прошлом году, ну, не очень сильный, а в этом году вышел самым крепким. Вот и такое бывает. Яблоня чудная, еще пока не распускается, только набухли почки. Там у нас рябинка и большая вот эта ранетка, полукультурка. Такая вот большущая. И она опять вся в цветах будет. Совсем не отдыхает. Такое большое дерево. Здесь прибрались на вот этом участке. Выкопали всю малину.
В общем, все ненужные кусты. И будем высаживать сюда саженцы. И еще, наверное, куда-нибудь подыщем местечко. И наша лапа так рада весне. Можно погулять, походить. Огурчики уже зацветают и даже начинают наливаться первые плоды. Вот так вот цветут. И даже завязывается самый первый огурчик. С томатами все хорошо, они укрыты вот укрывным. Как бы им особо, ну, хотя бы не так припекает солнце, поэтому вроде все с ними хорошо. Зелень, конечно, вся буйствует. Все отрастает. Лапа, ты куда пошла проверять, что там? Ой, лапа! Лапа, нельзя ходить. Нельзя. Ну-ка, уходи. Вот так вот с котами. Ну ничего, все цело. В общем, цветы растут. Кабачки. Здесь у нас и бархатцы, и клеома. Все подрастает. Зелень. Тоже все хорошо. Вот такие вот кабачки. Кавилли из своих семян. Поэтому говорят, что нельзя вот с гибридов собирать семена. А вот все они вот такие же у них. Заметно вот этот лист такой вот окрашен вот так вот. Это кабачок кавилли. Ну посмотрим, может быть плоды и не будут такими, как у кавилли. Но семян собрали очень много, и они все хорошего качества. Ну, земляничка тоже стала хоть подрастать. Это самая такая поздняя рассада выставлена. Вот эта вот самая ранняя, она заметна прям как, насколько она больше. А вот которая поменьше, это позже. Ее рассаживали, и, соответственно, она послабже. Эту бабочку будет выпустить. Потому что бабочки, если залетают в теплицу, все, они погибают. Здесь жарко. Такая вот красивая бабочка. Все выпустили. В общем, все растет и радует глаз. И лучок вот стал отходить, хоть зеленеть. И капуста подрастает. Здесь вот амарант. И бальзамин. Все растет. Там тоже то, что не влезло на дорожку, сюда поставили. И тыквы, и там он укорененный еще. Клубника с грядок, то есть усы, которые прямо на укрывном лежали, их вот садили, они тоже принялись и зазеленели. Вот такая вот красотень. Вот это вот у нас кариопсис, который повымерзал, взошел. И вербаскум тоже взошел. А там еще позже сеяли кариопсис, потому что плохо он сходил. И вот такой хороший сход. Ну и с томатиками вроде все хорошо. Даже они здесь вот зацвели прям так. В влажной такой вот атмосфере. И здесь цветочки тоже опять и бальзамины, и помеи. И еще цинии. И всходит вот на дальнем плане. Это у нас люпин. И арбузики. Тоже они взошли. У нас уже пашут огороды. Люди только тепло приходят, они сразу все в огород. Хотя еще будет похолодание. Вот клубника. Вчера только ее подкормили. И сразу она заметно так позеленела. В общем, тепло. Это благоприятная пора вот именно для роста земляники. Начнет все гораздо быстрее расти. Чесночок тоже уже такой вот большой. И вот здесь вот тоже обновленный кустик смородины. Там у нас крыжовник, вот, которые ветки позеленее, они, видите, хорошо перезимовали, а которые вот такие
не очень облиственные, значит, они плохо перезимовали, потому что минус 50 было. Все тяжело зимует в такую холодную зиму. Но тоже они так распускаются, но, скорее всего, потом листочки все позасохнут. Жимолость тоже распустилась, но цветов на ней не так много. Еще вот такой небольшой кустик. Там еще один маленький. Поэтому вот такие вот дела. Старую ежевику всю выкопали. В общем, ее на выброс. Совершенно она плохо плодоносит. И, наверное, в конце недели придет новая ежевика с посылкой от Садов России. Ну, там еще придут другие саженцы. В общем, сделаем обзор. Вот так вот все у нас распускается. Черемуха, кстати, стала уже расцветать. Вот маленькое деревце черемухи уже распускается. И такое оно ароматное. Красота. Кустики вот эти все, которые остались. В общем, они, наверное, не очень хорошего качества. Как-то совсем они такие плохенькие. Их надо будет пересадить в какую-нибудь вот такую вот же земляную грядку. И потом уже сделать выбраковку. Потому что все хорошие, вот они посажены уже на постоянку. Грядка под кабачки тоже готова, но еще она очень холодная. И у нас будет похолодание, поэтому кабачки пока будут расти в теплице. А наши труженицы все работают. Но вот уже у соседей начали пахать над облоком огород. Поэтому будем с вами прощаться. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, конечно же, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.